ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Ее значение не меняется с сентября прошлого года. Вместе с тем глава Банка России Эльвира Набиуллина ясно дала понять, что ставка может быть повышена в самое ближайшее время. Она также рассказала о том, как идет переход на расчеты в национальных валютах во внешней торговле. Подробности у Михаила Задорожного. ЦБ сохраняет ключевую ставку уже шестой раз подряд. Сюрпризом это ни для кого не стало. Все ожидания были в рынке. Рубль в ходе торгов на Мосбирже на решение регулятора почти никак не отреагировал. Как рассказала на пресс-конференции сама Набиуллина, совет директоров ЦБ все-таки обсуждал вопрос повышения ставки, но решил с этим не торопиться. Вместе с тем, по словам главы регулятора, решено ужесточить риторику. На прямой вопрос, когда же возможно повышение ставки, она ответила, что в ближайшее время. Не исключено, что уже летом. О том, как можно расценивать эти заявления Набиуллиной, говорит экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Ставки могут вырасти уже на июльском заседании, возможно, на сентябрьском заседании, но уже в ближайшее самое время. Это, в принципе, сигнал для банков ужесточить условия кредитования, прежде всего потребительского кредитования, и, возможно, повысить ставки по депозитам. То есть ЦБ говорит о том, что сейчас уровень выдач высоковат, скорость выдачи кредитов большая, а вот сбережения растут чуть медленно, что ставит под риск инфляцию. Самую низкую инфляцию мы уже прошли с вами. Сейчас инфляция будет расти и достигнет в годовом сопоставлении 4% с небольшим в августе, а к концу года порядка 5%. Как рассказала Набиуллина, после 12 месяцев снижения динамика годового показателя инфляции развернулась и в мае перешла к росту. Уже сейчас цены выросли почти на 4% в годовом выражении, а этот уровень является целевым для ЦБ. Одной из причин повышения инфляции Набиуллина назвала рост потребительского спроса. Также она сообщила, что регулятор продолжает обсуждение, но пока не принял решение касательно публикации прогнозного диапазона курса рубля. «Нам очень важно, чтобы публикация не воспринималась как обязательство Центробанка этот курс обеспечить», — пояснила она. Говоря об отказе от долларов и евро во внешней торговле, глава ЦБ заявила, что по состоянию на апрель уже 41% российского экспорта оплачивается в рублях. На вопрос о том, какова доля российской валюты в расчетах по импорту, Набиуллина ответила, что она ниже, но конкретных цифр называть не стала. То есть рублевые поступления от российского экспорта превышают рублевые расходы на импорт, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин. Здесь, конечно, вопрос, собственно говоря, кто нам оплачивает этими рублями покупки. Это может быть, конечно, наши там торговые партнеры с ближнего зарубежья, там, конечно, одна ситуация, да, но хотелось бы, конечно, видеть некую разбивку, какова доля, например, скажем, со странами дальнего зарубежья, условно, с ближнего зарубежья и так далее. Вот это было бы интересно. Что касается оплаты импорта нашего, да, в рублях, то, что там доля меньше, на мой взгляд, тенденция очень хорошая. То есть, чем больше рублей используется для внешней торговли, особенно для экспорта, например, да, почему? Потому что как только мы что-то экспортируем за рубли, это создает спрос на рубли за рубежом. Это значит, что доля рубля в резервах, в расчетах, на финансовых рынках будет увеличиваться. Для российской экономики вообще в целом это только плюс. ЦБ видит некоторые проблемы с расчетами в индийских рупиях, но, как дала понять Набиуллина, они не масштабны и поводов для беспокойства пока нет. В чем именно эти проблемы выражаются, она не уточнила. В начале мая Ретер сообщала об отказе Индии и России от расчетов в рупиях, поскольку России не на что их тратить. По словам одного из источников агентства в индийском правительстве, Москва не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 миллиардов рупий. Но глава ЦБ отметила, что накопленный в России запас рупий незначительный в сравнении с общим объемом валютной выручки. Здесь она особых проблем пока не видит.